выкидываем банки. Нужны специальные. Нужны специальные лезвия. Ну, это, по сути, безопасно. Ну, опасно, вернее, от бритвы, да? По половинке продаются. Это специальные, да, с Турции, что ли, привезли. Да. Спирт, это у тебя такой раствор, да? Спиртовой раствор. С прыскалкой. Это перекись водорода. Ну, перекись водорода самая обычная, да, можно купить. Вот, на замену спирта антисептический раствор есть такой спиртовой. И либо салфетки спиртовые, да, если уж там совсем нигде не продается спирт. Вата. Ватные диски, вот. Да, лучше. А ваты обычно нет, просто ваты? Есть и вата, да. Да, лучше еще даже вату, то, что там иногда надо будет. Вата. После процедуры вот еще лучше использовать синтомициновую мазь. Это в том случае, когда выйдет герпес. Герпес, да. Да. Когда герпеса нет, мы просто обрабатываем перекисью, и все, достаточно. Потому что герпес — это такие волдыри на коже, их надо срывать. Да, раны никогда спиртом не обрабатываются. Обрабатываются, когда после уже по остановке, обрабатывается только перекисью. Да, для заживления этих маленьких раночек. Ну и если такие походные условия, как ты говоришь, лезвия нет у человека, да, можно использовать эти иголки для инсулиновых шприцов. Да, это в том они случае. Очень тоненькие, такие, да, маленькие. Если, например, ну вот действительно в каких-то условиях, так, в экстремальных, да, человек, ну, вот больно тому что-то, надо быстренько, да, сделать даже, ну, как бы хиджаму, да, вот так вот. Именно берется, то есть ставится баночка, также можно выдержать. И просто этой иголочкой нанести эти самые надсечки и поставить банку. То есть эффект аналогичен. Ну, это так вот. А так, по идее, надо делать. Да, на всякий случай положено. Салфетка, если что-то там протекло, стереть, да. И какой-нибудь пакетик для отходов, как бы, для мусора. Чтобы... Два. Значит, один пакет для использованных банок. Вот, когда будете работать, банки, которые вы будете работать с клиентом, они только его банки. Вот он купил набор, вы сделали, сложили в мешочек туда. Завязали, отдали ему в ручки. Индивидуальные банки подписывают каждому. И чтоб он сам уже помыл и принес их уже это самое чистенькими. То есть на следующую процедуру. Сами уже банки не занимаетесь, это банки его уже. И он сам покупает те банки, да? Или да, да. Ну, если вы будете работать, вы уже будете знать, где брать, где там. Вы сами покупаете, а они не отдали. Да, да, например. Или просто скажете, есть банки, или купите, где, можно сказать. Скажете, ему лень. По сути, рассчитывается на несколько сеансов, раз в год или два раза в год, там, да, они проводятся. И, соответственно, у него персональный банк, он сам покупает. Ну да, то есть, если, например, положено вести, там уже сколько, 7 зон надо. В некоторых школах, да, даже в Москве, то есть они даже делают так, что, например, человек приходит, если он точно будет ходить 7, например, ну сколько-то надо там, они даже банки дарят, ну набор-то точно дарят. Просто. Ну да, он не такой дорогой, на самом деле. Потому что он, да, потому что мы вот он, можно, значит, сейчас 600 рублей. Если много берешь, так сразу, ну, даже можно скинуть до 500, они могут скинуть, да, спокойно. Ну, в интернете смотрели от 600 до 2000, по-моему, нет, если цены. Закупка оптовая, тогда 480 рублей. Ну, это оптовая, уже от коробки дешевле, начиная, да. Там 20, 300 с чем-то, да, даже. Да, там уже коробка. Да. Коробка, 30, да, да. Там, по-моему. От 20 коробок. От 20 коробок даже? Да. Нет, вот коробка считается это или большая коробка? Вот эта коробка. А это нет, это там большая, ну, как прям берут коробками там, ну, там уже 300 с чем-то даже получается. Ну, это много надо там, значит, ты по-моему, 30 наборов, по-моему, там, в одной коробке, большой. Так. Поэтому... Да. Владимир Борисович, ну, по-моему, по этой схеме, если идти, то все подготовили, да? Простынь, спирт, перекись, схема я вам выдам, постановки банок, да, в этом... Да. Пока вот. насчет схем, пока диски, там не заморачивайтесь, да? Потому что, значит, насчет 7 зон я вам сказал уже, да? Потом покажу, как их ставить на каждую зону, да? Естественно, будет. Вот, а так, в общем-то, потом у каждого будет такая вот брошюрка по локальной теме. То есть, например, какая-то там, ну, по локальным болезням. Отек там, что-то там у него, гипертония, да? Вы уже будете, значит, знать, на что обратить внимание. Вот так, то есть посмотрите, ага, вот у меня тут, вот, да, иммунодефицит там, ну, угу.
мышечные спазмы там, да? То есть можно это купить, да? Я дам номер телефона. Нет, я ксерокопию вам сделаю, да. Либо в Яндекс.Диске дал вам ссылку на папку. Там в этой папке все уже будет. Там и цветные, и черно-белые. И тут прямо написано, вот сколько раздела, сколько часов там ставить, сколько промежутков между сеансами должно быть в днях и так далее. По каждой проблеме. Но это как бы исходит, собственно, с такой с обычной хиджамой, как бы, ну. Ну, боли в брюшной полости, соответственно, вот ставим вокруг пупка здесь основа, да, и вот в области почек со стороны спины. Тем более вы будете применять еще свои знания, вот это, массажа, да, то есть вы же вот ваши тоже свои соображения, да? То есть не просто же массажист, но и какие-то там специализации, там, висцеральный массаж, еще что-нибудь, да? Дальше пластырь, это если ранка будет какая-то потом, да? Да, вот эти все мази, нет, вот есть. Если герпеса не вышло, у нас, по сути дела, человек встает и оделся и пошел. Но если там уже где-то кровью там залито что-то, ну душ принял и ушел. Так, даже обтерли. То есть это вот эти все эти пластыри, там мази, это только в том случае, если вылез герпес. Только в этом случае. А так он, в принципе, он чистый, спокойный. Надо пояснить, что могут быть как бы в разные зоны ставить, в одной зоне кровь такая густая, черная стекает, да? В другой зоне крови нет, выходит герпес. И в третьей зоне. Да нет, сейчас ты сейчас вот человек запрограммируешь, вот здесь, а я вот не надо ничего, это самое, не вот не сейчас говоришь, это все не надо, вот это не надо информацию, лишний, вот это зачем сейчас, начнешь, я буду ждать что-то там такого, нет, не надо. Нет, я просто к тому, что не одновременно в одной банке выходит и кровь, и герпес. Да, то есть. Так, бритва, масло. А, масло. Масло мы используем обычное. Ну, масло обычное, это да. Просто, да. Ну, хотя, вообще-то, с Востока это все пришло. В Коране там прописано, там, рекомендация, что всем это надо обязательно делать. И... Черный, масло да, черного да, тмина. Ну, они все, на алькист, да, алькист, черный тмин, что-то у них так ограниченное количество, ну, вот как бы считается, вот, самый распространенный. Оно хорошо, но масло с алюминиталем, оно залечивает. Да, рекомендовал, да, ну, если как бы... Я его использовал, и там... Черного тмина. А, там лицо нужно смазывать и от прыщей на кожу носить, и внутрь пить для лечения хорошо, внутренних органов. Так, маска, шапочка, перчатка, все есть. Салфетки, ватные банки есть. Так, ну вроде бы все, подготовились, да? Так, ну, значит, подготавливаем сейчас стол. Значит, баночки. Ну вот многие спрашивают на видео, наверное, почему бананы лежат. Да, вот, просто для тренировочки, как нарезать, потому что там режется совсем по чуть-чуть, да. Если кто-то боится на коже сразу. В общем-то. На человеке, да. Попробовать можно. Я считаю, в общем-то, в принципе, это, ну, как бы, ну, не нужно. То есть главное тут сейчас себя поймать момент вот этот. Не просто располосовать человеку кожу. Вот намерение должно быть такое. И у вас сразу должна получиться, в принципе. Ну, я сколько знаю, ну, у всех сразу получается. Ну, нет, не надо даже тренироваться. Потому что сейчас начнете резать уже, все-таки резать банан. Вот. Вы как бы движение должно быть, как бы подметаете ей бритвой, подметаете. Вот это, не располосовать, что там кровище хлынуло там, да? А давай мы нарисуем, то есть вот если след от банки вот такой, да, внутри делаются надрезы. Надсечка делается специально, обязательно вертикально она называется. Вертикально. Да. Это в некоторых местах, например. Легенькие, такие маленькие, да? Вертикальные, да, вертикальные. Держать каждый как привыкнет. Или так, может быть, например, стоять по отношению перпендикулярно к надрезам. Кто-то прям четко стоит, вот так делает, например. Да? Кто-то сбоку, вот так. Именно как будто берет бритвку и как будто метет сильнее. Раз, ну такие движения. Раз, 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 так. Может. Как ему сейчас, ну, например, возьмет бритву, что ему подсказывает тело? Так ему делать или так. А если мы используем иголку, то как они ставятся? Когда иголка делается просто тупо как решетка. Раз, два, три, четыре, там, раз, два, три, четыре. Банку поставили. Вот. Все. Вот так по квадратику. Да, через определенное количество времени, во-первых, начинается это, да, и через те же самые 15 минут она доходит до 10 сантиметров в глубину, там создается уже свое давление, свое вот это идет процессом.
То есть никаких подсечек, таких именно тоже нет. Просто чисто вот. По крайней мере, одно это экстремальная ситуация. Зачем вам это нужно? Ну как бы нет, пускай будет. В голове пускай будет. Ну нет ничего у вас, а вот есть иголка у вас. А человеку надо срочно помочь, да, и у вас банки. Ну что, взяли, да. Раз. Оставили банки. Это что? Это пол лезвия. Да, это специальные прям, да, это с Турции. Так, ну что, значит, надо сейчас... Ну, есть магазины, так, для хиджамы, там как бы продаются все наборы, в принципе, можно там... Да, там все есть, для хиджамы, да, все есть. И так. Масло черного тмина там тоже есть. Так, ну что... Так, подготовились, да? Ну, давай тогда приступать к работе. Так. В этом будет следующий видеоролик, что мы конкретно будем делать. Да.